детской школе искусств города Видное находятся избирательные участки 36-22 и 36-23. Здесь уже собрались неравнодушные жители, пришедшие выразить гражданскую позицию. Выборы президента Российской Федерации – главное событие в политической жизни страны. Председатель участковой избирательной комиссии 36-22 отметила, количество жителей, пришедших на участок, увеличивается в течение дня. Уже больше 100 человек. С утра люди, сегодня пятница, рабочий день, и люди перед работой стараются прийти проголосовать. Отдать свой голос пришла и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Морозова. Она призвала каждого проголосовать за будущее нашей страны. Я, как всегда говорила, и буду говорить, если у тебя есть выбор, ты его должен сделать. Здесь все, наверное, четко и ясно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что только от нас зависит то, что мы сейчас делаем. Принять участие в выборах может любой желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Я с нетерпением ждала, когда мне исполнится 18 лет, чтобы пойти голосовать за своего президента. Для нашей страны это очень важно, ведь от нашего выбора, от нашего голоса зависит наше будущее. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.